Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Остались считанные дни, очень мало времени для того, чтобы уже добивать этот месяц, чтобы успеть в этом месяце совершить как можно больше благих дел, чтобы получить максимальную награду. И сегодняшний день я прилагаю все усилия. Я совершаю умра за ваших родных и близких, умерших, покойных и живых. Я ставлю за них Кураны, мечети. Я собираю финики, ифтары и так далее. Проводим здесь максимальную работу в Мекке. Многие пишут, мы там приехали на заработки и так далее. Да, я приехал работать, я приехал зарабатывать себе аджру и награду от Аллаха Всевышнего в первую очередь, во вторую очередь. Мы совершаем все в рамках ислама, иншаллах. Делаем так, чтобы люди были счастливы, люди были довольны. Просто вам надо послушать мои сообщения, которые мне отправляют люди, для которых мы предоставили эти услуги. А те, кто говорят нам то или иное, они говорят только потому, что они сами никакого участия в этом не принимают. То, что касается от нас, мы будем продолжать в таком же темпе. И все максимально, все, что можно сделать вот для вас, мы, иншаллах, сделаем. По всем вопросам пишите ко мне в директ. Это все не обязательно, в этом нужды нету. Это всего лишь ваше желание для садака джария, которое будет при жизни и после смерти.